О! Вау, как здесь круто! А, ребята, снег! Ребят, всем привет! Всем привет! Сегодня кого мы ждем в гости? Да, сегодня мы в гости позвали семью Васильевых. К нам приедет Лена с ребятишками. Мы очень подружились. Вы, наверное, их уже знаете из канала Denvas TV. У нас дети очень подружились, очень классно они играли в Новый год. Они у нас оставались на 2 или на 3 дня, да? Смотри, папа пристегнулась. Моя. Понравилась, да, тебе собачка эта, да, Майя? Папа, а если мы тебя оставим на полчасика, мы в магазин сходим? А зачем? Мы на утро йогурт купим, еще что-нибудь. Магазин такой, что, в ТНХ, что ли? Да. Мы возьмем велики, на великах прокатимся. Замариновали мясо. Шашлык будем жарить сегодня? Обязательно. И сегодня, и завтра. А сегодня вечером детей накормим пельменями. У нас здесь пельмени. Самодельные? Да. Самодельные. Вау. Настряпали. Класс. Буквально вот туда позавчера, да? Или два мама. На полчасика. На полчасика. Да. Может, не надо. Сейчас суп отключим. Да-да-да. Все, окей. Вот. Блин, меня оставили с этими монстрами. Наконец-то я сегодня сделал видео. Пойду посмотрю, что там дети делают. Дети, что вы делаете? Бумагу они хотят. Хотите бумагу? Макс, что делаете? Расскажи. Ну ничего. Как тебе с девочками вообще? Дружится нормально? Нормально. Нормально справляешься? Дети, пельмени будете кушать? Да! Вот тут у нас пельмешки заготовлены. Какая тишина. Какая благодать. Расскажите, что вы кушаете. Сядь хорошо, Вероничка. На вечер мы планируем сделать шашлыки. Для приготовления шашлыка мы использовали мясо свинины, лук, черный перец, соль. Вот эту приправу. Здесь зира в составе и майонез. Покажи, какой майонез мы используем. Майонез мы покупаем в метро. Вот так мы сейчас перемешаем. Поставим это немного на стоит. Не получилось у нас на балконе ничего сделать. Раз это угли. Добавил картону. Бумаги картонные. С нее вонь вообще ужасная, блин. Тут столько дыма было, короче. Я решил, наверное, пойду на крышу. Все, говорите пока все. Подписывайтесь на канал. Нет, не надо, просто пока, спокойной ночи. Пока, спокойной ночи. Шашлыки наши готовы. Слава, конечно, замучился их делать, потому что угли не разгорались у нас. Но, тем не менее, вот наш стол. Сейчас будем пробовать. Ребята, шашлык. Пробуем. Полный рот мяса за этот кусок большой. Вкусно. Приступайте. Полина, как велосипед по-китайски? Данчо. Данчо. Кто бы ты? Почему? Ой, куда мы пришли-то? Всем привет, мы сегодня пришли в снежную комнату. Кать, ну что, попытка номер 2. 1 числа нам не удалось попасть в снежную комнату. Ребят, всем привет. Привет. Ребятишечки, привет. Привет. Вот эти прикольные штуки. Сам себя качаешь, сидишь.
50 юаней детский билет стоит, и 70 юаней взрослый. На входе выдают одежду. То есть можно прийти вообще, хоть в футболке, тебе выдадут куртку, перчатки, шапку, обувь. Сейчас будем одеваться. Выдали ботинки, 44-е попросил, и выдали бахилы. Бахилами одевать обувь. Детям пакеты он выдали. Какие моднявые. 44-й размер оказался маленьким, мне выдали 45-й. И он оказался у них единственный, лежал вон на самой верхней полке. Достать не могли. И они, похоже, новые. Никто их не носил. Ну-ка, ну-ка, помодничи, помодничи. Полюша, ничего себе у тебя какие чулочки. Ну что, мой Валюша? Тепло будет зато. Смотри, какие эти мне выдали. Наколенники какие-то выдали. Потому что там очень холодно. Ну понятно, вот мы и одеваемся. Мне какую шубочку выдали, посмотрите. Вау, все просто. Пуховище. Ого! Блин, нифига тут холодно. Это кто такой? Это... Губка Боб? Да, Губка Боб. Квадратные штаны? Горка. Давай еще. Милости просим. Ой, как тут хорошо. Холодно, да? Слава, ты шикарный. Холодно вообще, ужас. Да так приятно. Давай, поехала. Поехали. Кондиционеры везде дуют. Вау, как здесь круто. А, ребята, снег. Вообще. Большая комната вообще. Большая. Снег хрустит под ногами. Вау, здесь вообще прям много снега, ребята. У нее перчатки есть, у меня нет. Да. Клево, да? Соскучился?
соскучилась по снегу? Да, так не сильно, но прикольно. Когда мы снег на последний раз видели? 2 года назад. 2 года назад, прикиньте, ребята, мы видели снег. Офигеть. Я только сейчас это понял. Лена, короче, решила прокатиться. Ну как оно? Я еще пойду. Я сейчас буду. Давай, тюб скорее тащи, давай, давай, давай. Катя решила тоже тряхнуть. Блин, елочки чуть не сломала. Битва, битва титанов. Я пойду посмотрю, что там внутри. Привет. Вау, о, нифига. А ты говоришь, не настоящая шапка снега. Нихао. Нихао, ваше нахао. Очень фанэ. Ой, я очень фанэ. Мы по лесу вышли. Так, дальше идем. Вау, тут все в снегу, ребят, смотрите. Ну тут холодно, тут у них не топят, да, Кать? Нет, нет. Ну вот, смотри, вот они там тоже включают, получается. Сегодня работает только вот эта сторона. Замерзла? Я замерзла, но я хочу еще играть. Руки в карманы поставь. Вот так вот. Выходить нельзя, если выйдешь, все, больше заходить нельзя. Ребенок замерз, но хочет еще поиграть. Вероника замерзла. Холодно, я тоже замерз. Пошли. Ребята, мы замерзли. Вероника, вернее, замерзла. Замерзла? В комнате мы пробыли минут 20-30, и дети замерзли, особенно Вероника замерзла. Да, Вероника, что у тебя замерзло, скажи? Руки замерзли. Тебе понравилось? Здорово, да? А у тебя эти пальцы почему-то голые были. И на выходе нам дают чай горячий с имбирем. Это чтобы не заболеть, видимо. 2 года не видели снега, представляете? Нам понравилось. Прикольно, там очень клевенько так. Прикольно, они тут прям налетают, сразу же раздевают. Не с меня куртку, я не успел выйти из этого, из морозильной камеры, на меня налетели, куртку сняли, все снимают. Прикольно, у них тут обслуживание, вон она, детей раздела. Лена с детьми остались еще в снежной комнате, потому что они еще не были в той части. Сейчас маленечко подмерзнут и выйдут. Мы, короче, слабенькие. Вот такой чай, ребят, смотрите, с имбирем, сладкий, прикольно, вообще прям горячий. А, сладенький. Кто замерз из вас первый? Кто замерз? Я камеру запотела, как будто я в баню зашла. Да, сейчас отойдет. Максим, тебе что понравилось больше всего в комнате? Мне понравилось, что горка. Горка, да, на тюбе, которая, да, катались? Мне тоже так. И мне. А мне что понравилось? Мне тоже все понравилось. А еще мне понравилось, когда поехали с мешком в лицо. Камера, походу, забыла о том, как бывает холодно. Куртки те, которые снимают с посетителей, сразу же в сушки отправляют, потому что они, видимо, мокрые все. Лена, а что тебе понравилось? Ой, кайфово так, я не знаю. Мне кататься понравилось. Кататься? В детстве. Мне понравилась обстановка. Понравился падающий снег сверху. Такое ощущение, что как будто снег идет. А еще мне чаек понравился вот после всего этого. Нам нужно беседочку какую-нибудь завоевать, одну из этих, и перекусить, сядем сейчас. Смотрите, ребята, какая сушка для обуви. Одевается вот на эти штуковины, и они, видимо, нагреваются, и сушат обувь. В Шэньчжэне вот это все было бы гораздо дороже, не, явно не 50 и не 70 юаней, а может 150. Кто ловил языком снежинки, поднимайте руку. Кто не ловил снежинки языком, поднимайте руку. То есть вы, получается, вдвоем ели снежинки, да? Да! Ну и как вам снег? Мы ели! Няма-няма! Няма-няма? Да! Вкусная вода! А вы? Нет. Не ловили? Да. Почему? Потому что снег есть? Нельзя! Нельзя! Да. Правильно, молодцы! Заболеешь! Да! И живот заболит! Вероника танцует под китайские напевы.
Пока! Пока, Поля! Далеко поехали! На дискотеку? Аккуратно за рулем, смотри, машину повело. Давай, давай, держи руль скорее. Руль держи, Вероника. Смотрите, какая, ребята, беседочка клевенькая. Сидишь вот так вот, оп. Качаешься. Мы сейчас с Леной вспоминали, как в России люди ходят покататься на горке, и потом сидят, пьют чай, греются. Вот, вспоминали это. Но они сидят в холоде. Да, они сидят. А мы сидим в лете, это так приятно, что можно выбирать. Хочешь ты быть в холоде, хочешь быть в тепле, ты в тепле. Ну, мы выбираем преимущественно быть в тепле, но иногда ходить в холод. Да, в холодильник так большой зашли, да, поморозились немножко. Прикольно подходишь, они сюда фотографии выкидывают. Так, сейчас фото будет. Клевенький, да, горб у него, Поль? Да. Тепленький? Да. Она так прикольно горб трогает. Все остальные как-то стеснялись, да? А она прям это, так его, прям как ковер так наглаживает. Молодец. Он такой тепленький. Но я боялась. Я никогда не каталась на верблюде. Мягенький? Да, и такой теплый. Я бы вот так вот всю неделю на нем спала бы. Утипусечка. Утипусечки такой холесенький, маленький. Рогатенький. Сегодня мы стали свидетелями рождения крольчат. Хрумкает так прикольно. Ну-ка, быстрее, лопай. Молодец! Он, смотри, лапку, смотри, как протянул. Дай еще, дай еще. Дай еще. До свидания. Все, давайте. Пока-пока. Спасибо, что приехали. Не плачь. У меня в следующих каникулах. Давай, мам. Нам было у вас классно, мы к вам хотим еще. Давайте, приезжайте. И вы к нам приезжайте тоже. Да. Всем зрителям до свидания. Пока. Мы сегодня уезжаем из Гонголы. Пока. Пока.
Увидимся на следующих каникулах. Давай, Лена, спасибо, что приехала, молодец. Спасибо вам. Пока. Было здорово. Пока, увидимся. Давай, пока. Майя, пока. Майя, пока. Пока. Полина, увидимся. Пока. Скучно нам теперь будет. Ну, дети наигрались вдоволь. Дети вдоволь нагулялись, наигрались, мы где только не были. Мы тоже с Леной нагулялись вдоволь. Ну да. Всем пока.